eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you... Угадайте, где я? Я в порту Ларнаки. А что я здесь делаю? Здесь, в километре от берега, затонула баржа Зенобия, 170 метров в длину. И мы сегодня туда плывем погружаться. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I... Что было вообще? Вообще, чтобы было понятно. Корабль находится на глубине 35-30 метров. Огромный, как не знаю что. Просто такие большие, только вот в портах стоят огромные, когда ты погружаешься вниз, и ты плаваешь среди винтов. Один только винт, одна лопасть винта, винтовая, она 10 раз больше, чем ты. Ты возле нее проплываешь, между ними. Это, конечно, потрясно. Куча рыбок, там на самом деле очень много рыбок. Они все плавают тоже рядышком, тебя не боятся рядом с тобой. Очень-очень круто. И мы сейчас за эти 40 минут успели только пол корабля плыть. Пол корабля всего лишь. Сейчас мы будем погружаться еще раз и будем уже заплывать вовнутрь, пассажирскую часть, там, где люди находились, или капитанскую рубку, может быть, даже посмотрим. Все это вот прям нереально круто. Впечатлений, конечно, масса. Поэтому, наверное, Зенобия входит в десятку самых крутых мест для погружения. И это сложно оценить просто на словах, когда ты погружаешься, ты видишь, почему это место входит в десятку самых классных, самых крутых. Действительно очень крутое. Обалденно, когда опускаешься вниз, и под тобой огромная глубина, и вот просто ты туда падаешь, падаешь, падаешь. Очень круто. Очень здорово. Пошли. Второе погружение. Я впервые так делал. Мы заплыли вовнутрь этого корабля, проплыли там, где двери отваляются, ковры до сих пор, провода висят, и ты среди всего этого плаваешь. Когда-то тут и люди плавали на этом корабле, и это все вот эти все продукты жизнедеятельности, так называемые, они все остались там. И, конечно, когда ты проплываешь, и это впечатляет. Я не знаю, как описать это ощущение, потому что ты видишь, что вот это когда-то использовали. Но сейчас это глубоко под водой, но оно лежит там по-прежнему. Теперь только рыбки пользуются. Там даже был унитаз, он при том остался белый. Такой же белый, не изменился сколько с 80-го года. Здесь этот корабль, 30, почти 40 лет он здесь находится. А унитаз как был белый, так и остался. Все остальное стало ржавым, штыри торчат всякие. Проплыли барную стойку. Это было приличное. Проплыли танцпол, там, где, видимо, какие-то даже давали концерты. В общем, корабль этот 170 метров длиной, в общем. Титаник длиной 269. Конечно,
далековато, но 100 метров плюс-минус, знаете, ощущение такое, что вот такое масштабное. Зиновий называют среднеземноморским Титаником, потому что по величине здесь ничего круче нет. Поэтому вау, 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 просто куча масла на самом деле. Это я надолго запомнил. Machine guns ready to go.